Начало новой недели пройдет под знаком баскетбола. 26 и 27 ноября всех поклонников этого вида спорта ждут домашние игры чебоксарских ястребов. После матчей, прошедших с магнитогорским «Динамо» на прошлой неделе, спортсмены усиленно тренировались и готовы к новым баскетбольным баталиям. В ближайшие два дня соперником станет баскетбольный клуб «Нефтехимик» из Тобольска. Игры в рамках чемпионата России по баскетболу среди мужских команд «Суперлиги-2» пройдут на домашнем паркете в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена». Отметим, что на сегодняшний день наша команда занимает 4-ю строчку турнирной таблицы, а «Нефтехимик» – 8-ю. Начало матчей 18:30.